Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем готовить жареного окуня. Я был на рыбалке, поймал окуней. Сейчас мы их почистим и пожарим. Жарить окуня я буду в панировке тушками, поэтому нам надо снять шкуру с окуня. Чистятся они, не сказать, что легко, поэтому проще снять шкуру. Для этого делаем надрез вдоль плавника с обеих сторон параллельно. От хвоста в сторону головы. Для этого потребуется нож с острым концом. Отделяем пальцем кожу от мяса. Подробный рецепт, как чистить окуня, я оставлю ссылку в описании. Можно, конечно, заморочиться с рыбочисткой или там с ножом, с вилкой. Ошпаривают там, чешую снимают. Проще снять кожу. Перекусываем хребет и отделяем кожу от мяса. Икру я обычно использую в уху. Плавники отделяются легко вот таким образом. Это у нас все использую я для навара в бульоне. Хвост отрезаем. Тушку на жарку или на уху. Удаляем внутренности и жабры. Шкура с чешуей и голова я часто использую для бульона. Получается очень вкусный наваристый бульон для ухи. На утро он просто застывает, как холодец. Его просто отвариваешь, процеживаешь и потом уже готовишь все остальное. Лук, картофель и мясо. Желательно одеть перчатку, чтобы рыба не скользила и не наколоться. Окунь рыба такая колючая. Можно наколоться и у вас потом долго не будет заживать место укола. Молоки тоже в уху, внутренности кошкам, жабры тоже удаляем. Если не хотите заморачиваться и готовить вкусный бульон, можете просто в отход. Чик, и все. И окунишки почищены. Окуней для жарки предварительно посолим и поперчим с обеих сторон. Соль, перец кладем по вкусу. Переворачиваем. С обратной стороны проделаем ту же процедуру. Оставляем их минут на 30 просолиться и приступаем к жарке. Дорогие друзья, а пока солится окунь, я хотел бы поблагодарить всех вас за ваши теплые комментарии, за ваши отзывы. Спасибо вам за вашу поддержку, за то, что делитесь моими роликами со своими друзьями. А также по традиции хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения. Пожелать им здоровья, счастья, тепла и уюта в их домах. Мирного теплого неба над головой, здоровья родителям, детям. Будьте здоровы, живите счастливо, любите и будьте любимы. И это вам воздастся. А мы продолжаем. Панировать я буду, друзья, в кукурузной муке. Также можно в панировочных сухарях, в обычной муке, в крахмале. Кто чем привык, кому как нравится. Кукурузная мука придает такую, как панировочные сухари, более хрустящую текстуру. Обваливаем тушки окуней. Также любую рыбу можно таким же образом приготовить. Это элементарный простой рецепт. Без всяких изысков, без всяких фирменных специй. По-простому, по-домашнему. Окуней обваляли. Ставим сковороду на плиту, наливаем растительного масла. Количество масла зависит от сковороды, на которую вы будете жарить. Если это антипригарная сковорода, то масла можно брать меньше. Если у вас дюралевая чугунная сковородка, то
то масло берите больше. Ну, в данном случае я взял 50 мл масла. Даем масло нагреться. Выкладываем тушки на сковороду. Жарим до красивого колера, чтобы рыба у нас в то же время оставалась сочная. Нагрев можно чуть убавить. Жарим 2-3 минуты с другой стороны. Переворачиваем еще раз и буквально одну минутку. Рыбка готова, выкладываем. Дорогие друзья, окуньки готовы, попробуем их, хотя что их пробовать, и так знаю, что вкусно. Окунь это для меня, по мне, это какая-то самая вкусная из рыб, которые в реке. Ни стерлядь мне так не нравится, ни судак. Ну как бы в каждой рыбе есть свои прелести, но вот окунь, он и в копчении хорош, и жареный. Есть небольшие косточки, а так, ну, степень готовности, когда мясо отходит от кости, но в то же время остается еще сочным. С кукурузной мукой получается такая панировка хрустящая. Мне больше нравится. Это вкусно. Кто рыбачит и у кого в семье рыбаки, те меня поймут. Кто хоть раз пробовал окуня. Таким же образом можно приготовить морского окуня. На любую другую рыбу. Кто любит рыбу кушать, те знают всю пользу и вкус рыбы. Дорогие друзья, это вкусняшка. Бомба. И остается только вот такой хребетик с ребрышками. А на этой вкусной ноте, друзья, я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до новых рецептов. Не забываем подписываться, кто еще не подписался. Ставим колокольчики, чтобы не пропустить новые рецепты. Всего доброго, с вами был Волоха. Всем пока.